Чем заняться в пятницу вечером? Один из вариантов – потанцевать. Химчане познакомились с модным танцевальным направлением джаз-фанк. В нем смешались лучшие черты самых разных стилей. Многие звезды эстрады танцуют именно в этом направлении. Встречу провела солистка шоу-балета «Visions» Ксения Сундурева в парке Дубки. Жители познакомились с основными элементами танца, разучили несколько связок и подвигались под энергичную музыку. Подробную информацию о месте и времени проведения будущих мастер-классов можно найти в газете «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadnohimki.ru.